Привет, друзья! Меня зовут Женя Сугак, и вы смотрите 10 вопросов белорусским политикам. Каждую среду на Маланке я задаю 10 важных вопросов людям, которые предполагаются будут участвовать в построении новой Беларуси. И ответы на эти вопросы для нас очень важно и интересно знать. Это совместный проект Пятой Республики, Маланки и Reform.by. И сегодня у меня в гостях Марина Косинерова, представительница правозащитной инициативы «Диссидент Бай», и Вадим Сарунчуков, заместитель председателя партии БНФ. Привет, друзья! Привет! Привет-привет! Я кратко расскажу вам правила, которые вы и так уже знаете, но на всякий случай. Я буду задавать вам 10 вопросов. Вы... Отвечайте на них, пожалуйста, по очереди. В то же время, если у вас возникнет желание с друг другом поспорить, не согласиться, опровергнуть точку зрения другого человека, вы абсолютно вольны это делать, но я буду иногда вас ставить в некоторые рамки. Мы можем определить порядок, можем начинать по очереди, тут уже как вам будет удобно. Поэтому давайте начинать, если всем все понятно. Начинаем по классике, конечно. Людям, которые уже приходят на третий, четвертый такой выпуск, гораздо проще, чем тем, кто был первым, потому что вы наверняка смотрели предыдущие выпуски, знаете, какие будут вопросы. Но, тем не менее, первый вопрос про Конституцию. Что мы делаем в Конституции? Мы возвращаемся к Конституции 1994 года, мы оставляем ту Конституцию, которая есть сейчас, может быть, она нам очень сильно нравится, или мы пишем новую Конституцию. Если мы пишем новую Конституцию, то каким образом должен проходить процесс этого написания, чтобы он был инклюзивным, чтобы все социальные группы были представлены, интересы этих групп были представлены в новой Конституции. Кто хочет начать? Я могу начать с этого питания. На самой справе, безумовно, есть технология вертания нашей страны до демократии. И это вертание, это Конституция 1994 года, которая была принята в нашей стране. Другое питание, что мы не можем на сегодняшний день сказать про Конституцию, как про некий особенный документ. Конституция – это базис, на який нанизывается вельми великая колькость додатковых законов, додатковых проектов, додатковых правил. И для меня абсолютно зрозумело, что Конституция Новой Беларуси повинна быть манифестом, який бы об'єднав громадство, який бы декларовал основные правила функционирования державы. Гэты маніфест павінны быць прыняты максімальна шырока, абмеркаваны максімальна шырока. Але тэхналагічна пакрокава, калі мы размаўляем пра вяртанне нашай краіны дэмакратыі, гэта, канешне, вяртанне Канстытуцыі 1994 года і далейшае абмеркаванне ўсяго гэтага комплексу законаў. Дзякуй. Дзякуй, Вадзім. Давайте паслушаем цяпер Марыну. Лично мне кажется, просто неважно, что может быть написано в том или ином документе, важен подход к его созданию этого документа. И лично я вижу Конституцию как форму общественного договора на самом деле, не только на словах, которая будет включать интересы всех социальных групп Беларуси. И обеспечить это можно двумя там способами. Это, во-первых, проводить широкую работу по самоорганизации и налаживанию на горизонтальных структур. И второе — это включать технологические инструменты, которые существуют на условиях прямой демократии, для того, чтобы, опять-таки, учитывать мнение всех и каждого по решению там, жизненно определяющих вопросов. А какой это документ будет, мне лично без разницы. Главное, чтобы он учитывал всех. Правильно ли я понимаю, что вам немножко без разницы, что будет написано в Конституции? Нет, мне не без разницы, что будет написано. Мне главное, чтобы то, что было написано, то и исполнялось. А в каком формате это будет документ, вот, как говорил Вадим, это может быть манифест. Вполне подойдет просто, чтобы не было оторванности документа от реальности, которая будет уже в Новой Беларуси. Мне падаецца, што дэмакратыя это шмат у чым не толькі напісаны тэкст, это вельмі важная працэдура, которая павінна выконвацца, которая павінна быць зразумелая ўсім удзельнікам і которая павінна адпавядаць інтарэсам этых удзельнікаў.
Тому я абсолютно падтрымаю Марину, што бывае вельмі добры закон, але практыка яго прымянення яна не адпавядае ні працэдуры, ні духу, ні чаканням грамадства. Таму безумоўна выкананне працэдуры і ўключанасці тых усіх людзей максімальна зацікаўленых. І зноў жа паўтаруся, што для мяне нейкі такі, як для юрыста па адукацыі, нейкі такі чётка прапісаны дакумент не можа быць прыняты шырокім грамадствам. Шырокім грамадствам можа быць прыняты маніфест з асноўнымі каштоўнасцямі і з асноўнымі накірункамі і далейшымі працэдурамі давядзення таго маніфесту да паняцця канстытуцыйнага закону. Добра, дзякую, мы зразумелі маніфест. Давайте с конституцией разобрались, перейдем к гендерному равенству. Какими вы видите приоритетные темы в гендерной политике Беларуси на ближайшие 5 лет? Вероятно. Давайте. Для меня вообще принципиальный, в принципе, вопрос демонтажа, да, полной этой системы патриархата, сексизма, которая существует, которая насаживалась десятками лет. И куда идти за этими ценностями, да, демократическими, как флагман можно использовать гражданское общество, это те люди, которые уже используют, да, демократические ценности, там, гендерного равенства, прав, свобод. Соответственно, у них можно консультироваться по этому поводу, чтобы брать конкретные, не знаю, инструменты, механизмы того, как это применять. Но если мы говорим о гендере, то давайте спросим у людей, которые являются носителями этих ценностей, которые нам важны. Спасибо. Я абсолютно подтримаю Марину. І на самой справе пытанне раўнапраўя гэта адно з ключавых пытанняў, у тым ліку і канстытуцыі, пра якую мы размаўлялі троху раней. Таму што для мяне асабіста і для нашай арганізацыі раўнапраўе людзей гэта базавая каштоўнасць, з якой мы заходзім ва ўсіх сваіх вызначэннях, тэзісах, праграмах, палітыках, которые мы распрацоўваем. І тое, што на сённяшні дзень спрабуе навязваць дзяржаўная прапаганда перш за ўсё пра прыярытэты нейкіх гендараў над іншымі, пра адсутнасць гендараў, пра неразуменне неабходнасці раўнапраўя, пра звыш традыцыйнасць як базавую каштоўнасць. Мне падаецца, гэта не з гісторыі пра дэмакратыю, пра правы чалавека і пра раўнапраўе. Таму абсалютна перакананыя, што ў будучай Беларусі ўсе будуць роўныя і ўсе будуць ацэньвацца, заходзячы са сваіх перакананняў, заходзячы са сваіх справаў і заходзячы са сваіх якасцяў. Да, Женя, можно еще вот спрашивала, какие мы видим, что нужно делать, да, какие проблемы в этом есть. Но давай себе на секундочку представим, что в офисе Тихановской есть человек, который открыто принадлежит к сообществу ЛГБТК+, и посмотрим, как будет реагировать белорусское общество на то, что в политике есть человек принадлежности к ЛГБТК-сообществу. Вот, и мы увидим, с чем нам предстоит работать и образованием, в каком направлении нам следует в том числе заниматься, для того, чтобы уже быть демократичными, свободными и лучше, чем прошлое общество, да, или там политики. Слушай, мы тут только недавно 2 женщин в кабинете добились, да, в офисе Тихановской, а ты уже сразу хочешь представить ЛГБТК-сообщество. Но и с женщинами проблема. Посмотри, как навязывают женщинам, чтобы они играли социальную роль мужчин. Да? Все хотят от них, безусловно, твердых мужских каких-то решений, стереотипных таких. Mm-hmm. И видят женщину только как... Да, женщина, но она должна выполнять вот исключительно мужскую функцию. Это тоже проблема. Почему на Тихановскую так накидываются? Поэтому вот для дискуссии будущей. Слушай, да, это интересно. Я думаю, что вообще с тобой было бы хорошо отдельно про это поговорить, когда будет больше времени, потому что у тебя интересные мысли, которые мне хотелось бы развернуть. Но мы переходим к экологии. Сори, ребята. Гендерное равенство, это, конечно, интересно, но теперь у нас экология на повестке.
Есть ли у страны возможности для перехода на зеленую энергетику, и если мы переходим на зеленую энергетику, какие последствия могут быть у такого решения? Абсолютно перекананы, что мы повинны переходить на это. Сегодняшний свет, он настолько имкливый, что процессы меняются, и ведаете, когда, например, перед побудовой атомной станции в Островцы позиция партии была сформулирована, что мы не хотели бачить на нашей территории выключенно российскую атомную станцию, то зараз это наш матширейший. Зараз и энергетика, и в уголе зеленый подход стал таким инструментом международного шантажа. И менавіта гэта мы павінны ацэньваць. Але тое, што аднаўляльныя крыніцы, тое, што бяспечны асяродак, тое, што клопат пра нашу зямлю як найвышэйшую каштоўнасць павінны стаць прыярытэтам, гэта безумоўная ісціна, яна не павінна абмяркоўвацца, может быть, обмерковываться, але не повинна подлегать сумневам. Дякую. Дякую, Вадим. Варина, что ты лечишь? Да, я тут немножко, вот для меня климат, экология, это одна из моих ценностей, да, и может, вот вы не знали, как мои собеседники, что конференция прошла недавно в Египте, двухнедельная, там собирались представители ООН, представители всех стран, и рассуждали о климате. И они все единогласно признали, что сейчас, да, полный климатический коллапс, и, да, повышение там нагревания Земли и всего остального, уже даже не речь идет не про 1.5 градуса критических, о которых говорили ранее, да, все гораздо хуже. Вот. И поэтому я вот сторонница радикальных экологических решений, в плане того, чтобы изменить и свой образ жизни, и стиль питания, и оставить в покое все природные, животные ресурсы, да, на животных я бы ресурсами не назвала, но оставить в покое всю природу, иначе, да, в течение там, лет 10 просто не будет возможности даже говорить о направлениях энергетики, потому что это вопрос выживания человечества. Вот. И если мы не будем к этому относиться серьезно и ставить это на первое место в повестке, любой там политической, социальной, то я думаю, что все остальные вопросы можно забыть, потому что нас просто не станет, потому что весь мир накрывает потоками, жарой, мы все это можем видеть и так далее. Про атомную станцию, очевидно, закрыть полностью, потому что это невыгодно, не зелено, это приводит только к проблемам, и советую тем, кто еще не знает, может слушать или ознакомиться с трудами прекрасного физика-ядерщика белорусского Григория Репина. Он выступал ранее в Беларуси с различными лекциями, даже задерживал МОН. Вот, и у него есть книга про то, что атом — это совершенно не мирная вещь. А как ты относишься к ребятам, да, вот у тебя такая очень убежденная, да, позиция в этом вопросе, как ты относишься к ребятам, которые, как ребятам из экологических группиров, которые проливают всю там сейчас картины известных художников для того, чтобы привлечь внимание к вопросу экологии Земли? Такого вопроса у меня не написано здесь. Ну, я вообще, на самом деле, прекрасно отношусь, потому что мне нравится их цель добиться того, что как бы все остальное не будет иметь значения, если мы сейчас не изменим свое отношение к природе, да, и своего отношения, ну, свой образ жизни. Как бы, и все остальное, какие-то картины, любые другие ценности, которые мы себе придумали, не будут действительно иметь никакого значения. Ни гендерное равенство, ни дети, там, ни зеленая энергетика, ни что-либо еще. И делают не только, ну, не только суд, да, известно сейчас, многие перекрывают магистрали, большие блокируют движение, очень много активистов сейчас подключилось по всему миру для того, чтобы привлечь внимание к этим вопросам. И, как я говорила, уже эти конференции ООН об изменении климата и, так сказать, предложения, подписания всеобщего там пакта климатической солидарности. Я считаю, это то, на что должно обратить внимание все человечество, если мы хотим жить.
Хорошо, спасибо. Я так само хотел бы прокомментировать трошку. Для меня шмат учим это питание процедур, демократичных процедур, про которые я сказал. Когда мы имкнемся до побудовы демократичной державы, я, например, имкнуся, то для меня вельми важными являются процедуры. И на урате можно сподеваться, что вельми худко, вельми радикальным способом можно вырешить питание, допустим, закрыть атомную станцию. Проблема у тем, что она уже побудована, и она уже запущена. Вывод ее из эксплуатации займет великий час. У меня была возможность быть, допустим, в Игналине, и там мы обмерковывали аккурат процессы, каким чином эта станция выводится. Это вельми долгий период, нельзя зробить. Так, безумовно, мы повинны размовлять про это зараз. Але я, например, не перекананы, что пытание супать и блокование дороги для перадскорой, якая ехала на выклик, это правильный подход до этого пытания. Хотя, безумовно, коли мы зараз не почнем про это размовлять, коли мы не сформулируем свое бачение этой проблемы на миновито зараз, мы будем идти до этого вельми долго, и это может быть страченный час. А мы не имеем права его углять. Это правда. Ну, я думаю, что просто разговаривать, наверное, уже поздно. Нужно предпринимать меры различные и как минимум на личном уровне. То есть мне сложно говорить что-то про новую Беларусь, как это будет через неизвестно сколько лет, но как минимум на личном уровне люди могут решить вопросы своего образа жизни и постараться приложить все усилия для того, чтобы что-то поменять. Если каждый что-то сделает, это уже принесет большие изменения. Спасибо. Хорошо, друзья, тогда перейдем к экономической политике. Поддерживаете ли вы идею универсального базового дохода? Я не помню, кто выступал. Вадим, ты сейчас ваша. Добро, но мне подается, что это размова с серией о правый ты политик, ти левый политик. Да, безумовно, с одного боку, держава повинна гарантовать каждому громадянину отримання певных выгодов, але мне подается, что нашмат важней размовлять про то, как держава гарантовала каждому громадянину максимость отримать доход своей деятельности. То бок, когда мы размовляем про гарантованный базовый доход, это как бы умовная сумма, которую каждый громадянин отримливает просто за то, что он громадянин и живет на полной территории. Мне подается, что это выключает в некой ступени некие экспертности каждого громадянина и створяя некие преференции, которые, конечно, яны популистские, яны цікавые, яны могут прывабить большесть, але размова в этом ключе, мне подается, повинна идти про базовые гарантии максимости каждому громадянину зарабить на свое утримание и на свое житё ровно столько, сколько бы он хотел. И это нашмат важнее, чем умовный минимум, який громадянин отримає просто от того, что он громадянин. Дякую. Дякую, Вадим. Марина, что ты лечишь? Поддерживаешь ли ты идею? Поддерживаю. Потому что я считаю, что человек может быть более свободным и творческим, если он избавиться от давления, да, жесткой капиталистической системы при условии, если он вдруг там потеряет работу или не имеет возможности ее найти, на него не будет что-то давить. Соответственно, он будет более свободен в своем принятии решения, более творческим, открытым к различным социальным проектам, более, возможно, активно выражать гражданскую позицию. Да и в целом общество, в котором граждане не будут постоянно в стрессе и под давлением, оно будет более здоровым, что, соответственно, приведет только к развитию. Спасибо. Если вы не планируете дополнить, тогда я еще один вопрос по этой же теме задам. Это как обеспечить приватизацию в интересах всего общества?
Я могу сказать, да? Что пока я не эксперт в вопросе, меня, в принципе, он пока не интересует, не волнует, и я бы это оставила на решение самого белорусского общества. Угу. Спасибо, Марина. Да, это тоже позиция. Пытание приватизации на сегодняшний день, видите, полягаю по плоскости национальной безопасности, потому что в любом выпадку у нас есть проблемы в экономике. В любом выпадку у нас вельми великая колькасць стратных предприемств, с которыми треба что-то делать. И это целый комплекс мер, которые завязаны не только на внутреннюю политику, но и завязаны так само на внешнюю политику, потому что при проведении приватизации сразу появится великая колькость внешних гульцов, которые так само захочут своей поудельничать, и каким чином заховать этот баланс помеж национальными интересами и, скажем, неконтролируемым рынком, рынком капитала, рынком гульцов, которые есть в свете, это питание сапраўды дискуссийное. Але то, что нам абсолютно докладно треба уже зараз дискутовать про это, как в момент перехода, в момент, когда у нас открыться окно максимум, не было уже в этой дискуссии, как у большинства громадства была зрозумела позиция. И самая основная отказность перед собой, перед своей краиной, перед своими детьми, перед соседями, за то, как этот момент не провалился, допустим, как после того, как сканал Советский Союз и была проведена приватизация той самой Российской Федерации, где она была просто выкрастана для шмат очень незаконного обогащения невеликой группы людей. Гэты процесс трэба дискутаваць зараз, эти правила повинны быть зразумелые, магчыма нават прописанные неким особным параграфом у тым маніфесте, які я казаў, калі мы размаўлялі про Конституцию. Бо мы сапраўды не можем себе дозволить учиться на своих помылках. Мы докладно повинны заходить с того, что некто эти помылки уже зрабіў, и нам их повторять не треба. Дякую. Дякую. Дякую, Вадим. Тогда задаю следующий вопрос. У нас, кстати, остался два вопроса. Мы очень быстренько с вами идем. И два вопроса, и потом будет еще небольшой блиц. Итак, должна ли Беларусь быть специально ориентированным государством? Друзья, я не понял. И вы не расслышали вопрос, должна ли Беларусь оставаться социально ориентированным, вернее, быть, ладно, оставаться неправильно, быть, становиться социально ориентированным государством, по-настоящему социально ориентированным? Ну, лично я вообще за то, чтобы было всегда меньше государства, больше людей, и только так мы сможем что-то построить. Так, как бы я говорила ранее, и опять могу сказать, что только развитие, да, горизонтальных структур, самоуправление, только это может нам помочь. Когда такие люди будут решать направление развития того или иного сообщества, тогда все будет, безусловно, социально. Спасибо, Марина. Да. Вельми добро, что вы поправились на конт того, повинна ли Беларусь заставаться социально ориентованной державой, потому что сегодняшняя Беларусь не является социально ориентованной державой. И то, что декларируется на сегодняшний день про то, что у нас бесплатная эдукация, бесплатная медицина, что есть еще некие дотации и льготы, на самом деле это не про социальную державу, это про издевенчество, напевно. Бо это не про гаранты. Медицина, когда ты хочешь ее отримать якостную, ты все равно повинен платить. Эдукация – это все равно про гроши, про оплату. Тому, когда мы кажем про социальную оборону, да, безумовно, человек, який умовно зарабляє гроші і утримлює. Тобто це заход з того, що сьогоднішня Білорусь, вона позиціонує себе як нейкого власника грошей, який дає ось від барського плеча, віддає це блага людям, які живуть на території. А на самій справі держава і державний механізм, вона не має своїх грошей. Держава існує за гроші, які платять люди.
І люди повинні вирішать, яким чином ці гроші видатковуються. І це справді розмова про горизонтальні сувязі, про самокерування, про вирішення питання максимально близько до людей. Не про державу, яка щось гарантує, а про умови, в яких людям становится комфортно жить, комфортно и безопасно, самое основное, принимать решения, и про отказность перед державой, перед своими гражданами. Тогда, сапраўды, это питание выходит в плоскость. Типа, вина Беларусь становится социальной державой, но на 100% социальной, напевно, не, але это размова снова, это история снова про то, что функция державы гарантовать незыблемые умовы, якія зразумелыя грамадзянам, у якіх яны могуць функцыянаваць, у якіх яны могуць планаваць сваё жыццё. І калі чалавек можа планаваць сваё жыццё, можа вырашыць, у які пенсійны фонд яму аддаць сваю частку свайго даходу на ўтрыманне сябе ў старасці. Калі чалавек можа думаць і вырашаць, якой школе ці там якой паліклініке, якому доктору заплаціць частку свайго прыбытку, каб атрымаць якасную медыцыну ці якасную адукацыю сваім дзецям, то тады дзяржава становіцца не інструментам для правядзення пэўнай палітыкі, а дзяржава становіцца гарантам атрымання чалавекам выгодаў за тыя грошы, якія ён заплаціў. Ці гэта сацыяльная дзяржава? Напэўна, да, таму што гэта размова пра гаранты, гаранты сацыяльныя ў тым ліку, але гэта размова, напэўна, таксама пра правілы, з якімі з'яўляюцца дэмакратыя перш за ўсё. Дзякую. Ну, смотри, раз у нас есть немножко времени, просто хотела добавить то свое видение, что, ну, мне не нравится сама плоскость того, что мы разговариваем в рамках там вот государства, вот оно ограничено, потому что, ну, лично я все вижу по-другому, у меня, да, нет такого более этатистского мировосприятия, и я вот сколько раз уже говорила, как ты могла заметить, все могли заметить, что я бы очень хотела все отдать людям в плане горизонтальной связи, горизонтальные структуры, на самоуправление. Взять тот же пример, да, с прогрессивных скандинавских стран, да, где все на этом старается базироваться, или они идут к этому. И мы видели, как в 2020 году все, чего боялось государство, это, безусловно, стихийных организаций людей, которые, не знаю, выходили на улицы, делали акции, помогали друг другу и так далее. То есть мы видели, что это работает, да? Мы видели, что такого рода... Ну, то есть это работало без вертикальных структур, это работало без партий, потому что, к сожалению, мы должны признать, да, что большинство каких-то политических лидеров оппозиционных оказались в заключении. И они просто не могли влиять в той мере, в которой они ранее действовали там, в гражданском поле. Но люди смогли это сделать сами. Они сами смогли объединиться по интересам, там, по дворам, как угодно. И они могли принимать решения, и эти решения были эффективными. Они налаживали связи, они решали свои локальные проблемы. И почему нельзя концентрироваться на этом? Мы просто опять говорим, вот как надо, давайте построим какую-то вертикаль, чтобы, не знаю, отдавать какие-то распоряжения, обеспечивать людям. Люди сами могут себя обеспечить, просто им нужно рассказать про эти инструменты, как это делать, научить, подтолкнуть, кто еще не умеет, и поддерживать в их развитии. Потому что, мне кажется, только за этим может быть что-то прогрессивное, то, что избавит нас от дальнейшего авторитаризма, от прихода опять к таким системам, с которыми будут проблемы, ущемления прав человека, любых групп, уязвимых. Поэтому, я думаю, нам нужно больше работать как и демократическим силам, как и тем, кто пытается освещать СМИ именно с активистами локальными, дворовыми, потому что никто лучше определенного двора не знает, какие у него проблемы во дворе, какая яма, никакой депутат, никакой политик и никакой представитель, который тем более где-то находится, ну, возможно, в изгнании или в другой стране, в другом городе, как минимум. Я хотел додать только короткую реплику про то, что сказала Марина. Я абсолютно згодны относно вертикали и горизонтального керования. Ведаете, я перакананы, что вот это чекание, что кто-то прийдет и расскажет, как робить, это такое спадчина колониальное мышление.
колеи, там, за советским часом вся политика родилась в Москве, ее начальник, эти самые разумные, и он повинен сказать. Там, я не веду, после 2020 года, что придет Тихановская, дать нам план, и мы по этому плане будем жить. На самой справе это неустойливая система, и от этой системы безумовно треба отмовляться. Кожный человек, он повинен разуметь, что политика на самой справе – это не Москва, Минск, те что стеньшая. Политика – это умовная, там, я не веду, ионная труба, якая идет до дома с горячей водой. А для того, как эта труба функционовала, треба решение умовно там, ЖКХ города и выделение грошей из городского бюджета, але бюджет городский у нас консолидован, и тому городский совет отправить, городский выконкам повинен отправить заявку наверх на функционирование. И таким чином закручивается политика, якая тычется кожного человека. Але безумовно и категорично плюсую тому, что сказала Марина, относно того, что менавіта нам самим и жыхарам самим на горизонтальном узроўні, на самом базовом узроўні принятия решений, треба думать про то, каким чином повинна функционовать наше осяроддзе. Да, я просто... Демократия... Прости, пожалуйста, одну секунду. Что демократия... Да, просто, ну, смотри, демократия — это не то, что даже мы видим, можем заметить во многих европейских странах, ты пришел где-то проголосовал за кого-то. Демократия — это действительно сложный процесс, да, он требует большого вовлечения. Это ежедневный рутинный процесс, если можно так назвать, когда ты вовлекаешься, решаешь вопросы. Это то, что было в 2020 году с людьми. Они там выходили на чаепитие, решали свои вопросы, они организовывали акции. Да, но только вот это нужно условно растянуть на всю жизнь и быть активным гражданином, потому что гражданин, да, если мы вернемся к истокам этого слова, это тот человек, который активно принимает участие, да, в общественно-политической жизни своего сообщества. Вот. И это нам нужно делать ежедневно. Вот почему, да, секция на конференции «Новой Беларуси» была про НГО очень недооценена. Вот. Я думаю, многим следует принимать практики и работать с этим, и слушать то, что говорят те люди, которые уже годами в этом находятся. Все, простите. Нет, все хорошо. Я хотела просто еще задать уточняющий вопрос. Ты говорила про вертикальные структуры, что нам все это не нужно, что люди сами и так далее и тому подобное. Вот если взять, например, за основу офис Тихановской, кабинет офиса Тихановской, да, и представить, что это и есть новая Беларусь, что вот это государство, которое будет в новой Беларуси. Достаточно ли они не вертикальные? Достаточно ли это выглядит как не вертикальное правительство, о котором, как ты говоришь, и вообще о котором мы думаем? Нет, мне кажется, довольно далеко, у всех много проблем есть. Ну, мы уже ранее поднимали, я говорила, это вопрос про стереотипы многие, да, когда это требует быть мужчиной в юбке. Ну, это уже, да, не то, чем бы я хотела что-то видеть, да, участие женщины, оно... Ну, мы видели, что стало с женщинами, которые находятся в офисе, да, они... подвергаются там порицанию и так далее. Там не представлены многие группы, да, социальные или уязвимые. Я бы, конечно, хотела видеть всех представителей, да, я не видела пенсионеров, я не видела представителей ЛГБТК. Мне кажется, что многие из офиса уже скоро подойдут к пенсионному возрасту, так что скоро ты увидишь там пенсионеров. Марина. Да, я не видела некоторых высказываний, которые почему-то все СМИ избегали комментировать, довольно гомофобные высказывания в социальных сетях, на своих страничках, и СМИ это не комментировали, к этому не цеплялись, и я думаю, с этим стоит работать. И белорусскому обществу, если, в принципе, белорусское общество не увидело в этом проблемы, значит, нам нужно больше заниматься образованием и просвещением в этом направлении, как минимум. Вот, и я бы не хотела, чтобы, да, люди делегировали кому-то свои полномочия вот на всю оставшуюся жизнь, чтобы они за них решали курс, как им жить, и все принесли им потом и дали, да, потому что ты где-то за них галочку поставил. Вот. То, о чем мы говорили тут с Вадимом, мы хотим, чтобы люди каждый день включались в процесс принятия решений и сами решали, как им жить. Как бы, а каким-то представителям можно оставить там избранные функции без властных полномочий. Для меня бы этого было достаточно. Окей.
Хорошо. На самой справе я так само хотел бы отреагировать на это пытание. Я не упомнен, что прессинг на женщин, которые были в кабинете и в офисе, он был именно из-за того, что они женщины. Але я хотел бы вернуться до того, что демократия – это, прежде всего, процедуры. И держава повинна не рассказывать, как люди повинны жить. Держава повинна гарантовать незыблемость процессов. И коли гэтыя працэсы зразумелыя, калі гэтыя працэсы не парушаюцца ні адным з контрагентаў гэтых працэсаў, тады чалавек можа планаваць, тады чалавек можа думаць пра тое, якую перспектыву ён бы хацеў бачыць, можа распрацоўваць гэтую перспектыву. І гэта з'яўляецца якраз рэалізацыяй палітычнай функцыі грамадзяніна праз тое, што ён разумее сутнасць прикладання сваіх актыўнасцяў. І гэта акурат вот пра тую гарызантальную сістэму, пра якую кажа Марына, бо сапраўды так, людзі раскрыліся, ачунялі, захацелі штосьці рабіць, і для таго, каб это рабіць, ім трэба нейкая схема. Але это не каманда зверху, калі прыйдзе начальнік і скажа, вот трэба рабіць вось так, 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 так. Не навязанае нейкае меркаванне. Але умовные правила гульни, по якой отбывается процедура. Дякую. Итак, господа, наш последний вопрос. Вопрос касается внешней политики. Что нам делать с внешней политикой? Что нам оставить таким, как есть сейчас, а что нам нужно поменять? Интересно, абсолютно что абсолютно перекананы, что нам треба заходить с того, что сегодняшняя ситуация, сегодняшний союз с Российской Федерацией не отповедая национальным интересам, нам абсолютно треба зразуметь и принять для себя, что место Беларуси в семье вольных европейских демократичных народов, и это повинно стать нашей ясной, зразумелой, зразумелой, прежде всего, на державном уровне перспективой и планом. Только в такой ситуации захование национальных интересов для нашей краины, оно максимое. Мне подается, что это ну, просто без. Дякую. Я теперь, да? Да. И теперь ты. Ну, у меня вообще очень коротко. Я за мир, дружбу, за жвачку, да, со всеми, с кем это возможно. И в первую очередь это сотрудничество по экологическим вопросам. Потому что, как я говорила, что это тема номер один сейчас для не только там, для конкретной Беларуси, конкретно сообщества, а вообще это вызов для всего мира. Поэтому здесь должны быть приложены все возможные усилия, и поэтому, если мы говорим про сотрудничество с кем-то извне, то в первую очередь по этим направлениям лично меня интересует. Спасибо. Спасибо, Марина. Ну что ж, друзья, если все дополнения дополнены и все слова сказаны, то маленький короткий блиц. Ваше личное отношение к абортам? За аборты? Вы думаете, да, вы еще не сформировали? Нет, я не думаю, просто думаю, бить, возможно, Вадима, но я, безусловно, за возможность человеком распоряжаться своим телом без вмешательства со стороны любых структур, которые будут диктовать, как ему поступать и что делать. То есть должны быть все инструменты, механизмы для того, чтобы сам человек мог принять решение и без вреда для своего здоровья. Спасибо, Вадим. Мое особистое меркование, я супраць забароном. И коли певная проблема, певная ситуация вырашается забаронами, то это неправильно. Калі хтось хоча выступаць за аборты ці супраць абортаў, ёсць пытанне адукацыі, ёсць пытанне падрыхтоўкі грамадства, ёсць пытанне пабудовы дзяржавы, калі якая дазволіла б утрымліваць дзяцей. Але пры гэтым трэба разумець, што правы кожнага чалавека гэта прыярытэт для існавання нашай краіны. Таму рашэнне безумоўна павінна быць за чалавека.
Дякую. Также хочу вам немножко пояснить значение слова «блиц». Вы, если не хотите, можете не раскрывать ваши ответы достаточно долго. Вы можете выбирать просто из двух предлагаемых вариантов. Но я ничего не имею против, поэтому... Мы просто ищем сторонников. Это правильно. Хорошо, армия. Контрактная или призывная? В большинстве контрактная. Контрактное профессийное войско – это основа белорусского войска, какое повинно быть на первенстве. Я думаю, что, возможно, белорусское общество решит, что ему не нужна регулярная армия, в принципе. Но если нужна, то, безусловно, контрактная, да, как работа, или в формате ТРО, да, временного такого объединения, которое будет мобилизироваться, когда нужно. Но, в принципе, удерживать регулярно не вижу смысла. Окей. Смертная казнь. Необходима ли полная отмена смертной казни или мораторий? Полная отмена, безусловно. Права человека должны стоять на первом месте, в том числе ценности демократического общества, и я только за отмену. Когда я учился на юрфаку, одним из принципов права была неотвратимость покарания, а не его жестокость. И мне подается, что именно неотвратимость, и она утримливает людей от здесьнения злочинства, а не жесткость покарания, которое наступает за здесьнение. И это питание не только про смертное покарание, там умовно 328 артикул так само под это трапляет, коли за некую дробную провинность люди трапляют там на 8-15 годов за краты, это безумовно не допущено. Спасибо. И последний вопрос. Республика Беларусь. Президентская, парламентская или смешанная? Парламентская республика с однопалатным парламентом – это то, что отповедает померам краины, то, что отповедает колькости населения и то, что отповедает духу демократии, который исторично есть на нашей территории. Парламентская республика. Я не буду отвечать, потому что давайте что-нибудь другое построим, уже хватит этих государств. Видели, знали, как бывает. Окей, это тоже вариант и позиция. Хорошо, ну что ж, друзья, я разверну руками, это значит, что все мои вопросики закончились. Мне было очень интересно и приятно с вами поболтать. Я бы продолжила, скажем так, но у нас время эфира не резиновое, а жаль. Я хочу напомнить, что сегодня на действия против белорусским политикам отвечала Марина Котлинерова, представительница правозащитной инициативы «Диссидент Сабай» и Вадим Соловьев, заместитель председателя партии «Белорусский народный фронт». Меня зовут Женя Сугак. Я увижусь с вами в следующую среду, где будут новые политики и те же самые вопросы. Спасибо. Всем пока-пока. Все, спасибо. Поддерживайте политзаключенных, которые у нас есть. И живи, Беларусь! Живи!